Очень важный вопрос, который меня на самом деле задел. Вы прекрасно знаете, что я чаще всего детально осведомлен о том, что происходит за кулисами молдавской политики, неважно, в Молдове это либо за ее пределами. И меня как бы возмутила одна вещь. Значит, в августе многие молдавские СМИ написали, что вот Дадон находится в санатории в Москве. Все говорили, что он в Барвихе, в пансионате управ делами президента. Ну, большая часть СМИ так написала. Я человек, который прожил большую часть своей взрослой жизни в Москве, знал прекрасно, как выглядят аллеи в санатории управ делами президента Барвиха. Да, похоже на те, где был Дадон, но на самом деле это не то. Потому что шаровик Дадон, поверьте мне, очень многим надоел. И чтобы вы знали, что большая часть визитов Дадон платит деньги либо сам, либо дает задание каким-то бизнесменам, молдавским, либо российским, оплатить ему отель, перелеты, охоту и многое другое. Об этом поговорим в другой раз. Значит, тут параллельно все эти дни я смотрю, у нас очень много работы в штабе, мы готовимся к правильным, демократическим, честным выборам. Я смотрю, фейк-ньюс просто зашкаливает. Чтобы вы знали, Дадон сегодня платит не только за фейк-ньюс, он даже платит некоторым журналистам и на некоторых телеканалах для того, чтобы не показывали политических конкурентов. Поэтому наш шаровик Дадон, значит, в августе месяце на самом деле был в Москве. Значит, если точно в Московской области, но не был ни в Петрово-Дальнем, ни в Барвихе. Дадон, которого вся страна знает, валяк и доктор, валяк и пациент, валяк и строитель, валяк и агроном, елаешь валяк и алкоголик. Значит, я вам скажу, для мужиков после бани врезать стакан другой, как бы в этом ничего такого нет. Но Игорь Дадон, который очень тщательно за собой следит, а самое главное, ему нужно было кое-чему подучиться, каким-то мухляжам политическим, значит, ездит именно в Москву, ездит именно в эту клинику. Речь идет о клинике с отелем 5 звезд, и очень хорошо знают богатые люди Москвы и России. Значит, эта клиника называется Верба Майер. Это отель 5 звезд, куда Дадон поехал делать себе детокс печени. Значит, Планойч — это тень Республика Молдова, тот факт детокс. Ку, Муари, дела Харбуж Мурат, дела Варза Мурата. Игорь Дадон брат детокс европейский. 60-я часть детокс европейский. Игорь Дадон касаштит свой акитат сумаде о сута демиделей. А мерши йола удихна. Он маймулти стати. Финдвом для фачер, птям сын пермит, вакансия шимай скумпи качелялу Игорь Дадон. Дар де момент, ка ешь пришединти де цары, ешь облигация арец, са демонстрец чето сингур, ка ешь транспарент. До пофика ревизиты, официалы арец, ка так остат дем партия статулы, так и визиты приваты, трес пуй, ка так остат детоксон верба майер, энгречаш мултиалтеля. Значит, Игорь Дадон с умным лицом, там вышел, вы помните, пришедините, распоните, там комарики его кусали, как бы, и я понимаю, почему кусали, потому что я уже как-то говорил, что у нас температура 36,6, у Игоря Николаевича 41,5 круглый год, поэтому с такой температурой комары его облетать просто не могли. Вы знаете, я сегодня организовал такой небольшой розыгрыш, ну так, настроение что-то... Под утро лег спать, вчера был там трудный день, но сегодня проснулся, там прочитал кое-какие моменты, там заготовки очередные, там грязные Дадона, которые он готовит, ну дай-ка разыграем ситуацию. Вы помните, как пранкеры Вован и Лексус разыграли Валеру, там Тимофти и так далее. Думаю, ладно, Дадону звонить не будем, а дай-ка я позвоню в эту самую клинику и представлюсь одним из партнеров Дадона, по схемам, молдавским депутатам, бывшей демпартии, нынешней независимой, скоро возглавит партию ШОР по Северной Молдавии, Женя Никифорчук. Я вам предлагаю посмотреть видео сегодняшнего розыгрыша, в котором
Вы посмотрите, все вы поймете, потом мы продолжим. Я попрошу своих коллег сейчас запустить это видео. Йо, вас волости масприятия, я вас приветствую, дорогие друзья. Все вы видели в августе, как наш царь Дадон, значит, занимался спортом в одном из санаторий Подмосковья. Даже передачу «Пришедент или Распунди» он заснял в этом же санатории. Все молдавские СМИ писали о том, что это Барвиха, санаторий управделами президента. Некоторые СМИ писали другие варианты. На самом деле он был в клинике детокса, австрийская клиника в Подмосковье, которая называется Вербамайер. Сейчас я туда хочу позвонить, заказать там номер на неделю, чтобы вы понимали, сколько ваших денег тратит наш молдавский царь Дадон на свои поездки, на свои отдыхи. Поэтому я решил снять это видео, чтобы позвонить в прямом эфире, ну как бы не в прямом эфире, это запись сейчас, но позвонить для того, чтобы вы вместе с вами послушали. Мы вместе с вами услышали реально, сколько стоит там номер. Итак, погнали. Так. Здравствуйте. Вы позвонили в австрийский центр здоровья Вербамайер. Единственный в России центр современной майер-терапии. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Мы скоро ответим. Для того, чтобы мы могли улучшить наш сервис, разговор может быть записан. Добрый день, меня зовут Олеся, чем могу вам помочь? Здравствуйте. Олеся, я вам звоню из Молдавии, хотел бы вот уточнить, с отделом бронирования хотел переговорить. Да, это отдел бронирования, очень приятно, как я могу к вам обращаться? Да, значит, меня зовут Евгений, фамилия Никифорчук, значит, да, я вам звоню, почему, значит, наше руководство там находилось у вас в санатории в августе месяце, да. Значит, да. Я хотел бы тоже к вам приехать, потому что я смотрел на букинги, и то показывает номера есть, то как бы номеров нет, поэтому я как бы решил вам позвонить. Плюс там руководитель сказал, что если напрямую могут быть какие-то скидки. Да, у нас на букинге представлено только проживание в центре. Не, ну у вас нет, я хочу вот как у Игоря Николаевича, значит, значит Игорь Дадон, он вместе с супругой Галиной был у вас в августе. Да. Это наш руководитель. И я хочу вот именно с комплектом процедур. Потому что вот в наших леях, ну, букинг переводит в молдавскую валюту, получается 300 тысяч лей. На неделю это где-то 15 тысяч евро. То есть я не... А просто номер у вас стоит других денег. А я хочу вот именно с пакетом. С программой, да. Да, с программой, потому что у вас на сайте как бы не расписана стоимость программ. Я вот супругу. Да, там можно через калькулятор считать, но я вам сейчас все подскажу по стоимости. Евгений, скажите, пожалуйста, сколько дней вы хотели бы у нас в центре пробыть? Ну, недельку. Ну, наш был у вас там неделю, 6 или 7 дней. Да, на 8 дней, 7 ночей. Можно будет выбрать программу. А вот скажите, а можно программу, как у Игоря Николаевича? Потому что он сказал, говорит, слушай, там, вы посмотрите, вот какая была вот у Дадона, такая вот и у меня. Да, у него была классическая наша базовая программа, на которую центр специализируется, программа по детоксикации организма, общее оздоровление. Угу. Называется она «Детокс по Майеру», по Майер-терапии. Вот у Игоря Николаевича такая программа была, можно для вас ее забронировать. Так, а у супруги, потому что я с женой тоже. То есть такая же у супруги. Сколько будет стоить нам на двоих, если вот числа с либо вот 7 октября начать? Посмотрите, пожалуйста. Значит, 7 октября на неделю. Я хотел на ноябрьский, но на ноябрьский у вас, я смотрю, там красным все показывает, все занято. Или есть? Да, у нас там заезд возможен.
но только на длительные программы. Вот для вас можно будет посмотреть, я сейчас по номерам проверю. Какого числа? Ну, вот смотри, нет, идеально, конечно, вот в конце октября, чтобы на ноябрьский приехать в Москве погулять, как бы. То есть, ну, последние числа октября. Ну, вы смотрите, вот как у вас лучше, когда удобнее заезд, мы подстроимся. Можно будет с 30-го. Номер у Игоря Николаевича был забронирован Junior Suite. Можно для вас тоже этот номер. Так. Это полулюкс. Он есть в наличии на 30 октября. Так, и на неделю сколько будет стоить? На неделю программа будет стоить в этой категории номера при двухместном размещении 221 900. Это в рублях за гостя. То есть, если с женой 440, да? Да. Так, 440 тысяч. Это в рублях все, правильно? Это в рублях, да. 443 800. 443 тысячи 800. Это если вот в номере Junior Suite. У нас есть еще номера... Не-не, вот как у... Не, как у него. Он сказал, что у него нормальный был номер. Плюс, как бы, чтобы он наш тоже, чтобы не обиделся, потому что он президент, я депутат парламента, поэтому нельзя нам в номерах лучше, чем у начальства. Да, да. А скажите, а это вот с питанием совсем вот эта сумма или там? Да, да, цена комплексная полностью за все. Здесь пойдет проживание в этом номере, питание трехразовое, будет по детокс-меню со сниженной калорийностью. Питание в ресторане. Пойдет неограниченное пользование спа-зоной, бассейном. То есть помимо этих расходов я хочу понять какие-то дополнительные экстра, потому что возможно, вообще программа уже составлена полностью, в нее все необходимые процедуры уже входят. Но если вы захотите, например, какую-то косметологическую услугу или консультацию дополнительную с врачом, вы очень у нас разные специалисты Понимают, можно будет добавить. Он, просто Игорь Николаевич сказал, что есть дополнительные услуги, но он не знает, потому что за него там платили как бы друзья. Может, я его спрашивал, что входит, что не входит там. То есть вот все, что было у него, меня, ну, потому что он говорит, что у него был полный пакет, как надо. Как бы, ну, то есть он говорит, что... То есть ничего дополнительного, то есть как бы у него вошло все в эту сумму. То есть если мы закажем, то вот будет стоить это, не надо ничего дополнительно там. Я имею в виду там мини-бар, там, я не знаю. Сама программа, да, она полностью составлена, с массажами, с пилотами, с отвертываниями, все уже будет ходить. Массажи ходят специальные по детоксу. Я вас понял. Хорошо, тогда давайте я сейчас переговорю. Значит, можно еще раз, значит, 30-го заехать можно, получается, да? Да, да, возможно. 30-го. Если вы заедете 30-го, то выезд будет 6 ноября. Так, 30 по 6. Ладно, хорошо, я переговорю тогда сейчас и с женой, и с Игорем Николаевичем, если что, это самое. Я сейчас переведу на наши молдавские деньги, сколько это получается в обмене валюты. Хорошо, большое вам спасибо тогда. Спасибо, Евгений, да. Да, наберу вас чуть позже, спасибо. А вас как зовут еще раз, если перезвонить? Меня зовут Олеся. Олеся, да, себе запишу. В общем, или я позвоню, то есть насчет брони, ну где-то минут 20-30, ладно? Конечно, да, ожидаю. Окей. Окей. А скажите, пожалуйста, у вас там комнаты для переговоров, там, если вот кто-то приедет там по линии Госдумы ко мне и так далее, это есть там вот конференц-зал или что-то, если? У нас есть конференц-зал, да, но нужно будет договориться заранее, чтобы по времени для вас его не пробили, поскольку там иногда проходят занятия. А вот Игорь Николаевич показывал фотографии, там пруд с рыбками. Это там платная рыбалка у вас или он декоративный? Нет, прудик декоративный, просто для отдыха. А, то есть платной рыбалки нет у вас, да? Да, рыбалки нет. Все, я понял. Большое спасибо, я вам перезвоню. Спасибо, Евгений, хорошего вам дня. Да. Дорогие друзья, это было, я думаю, для одних очень весело. Мне как бы самому было весело, когда звонил, но после того, как все это закончилось, мне стало очень грустно. Дело в том, что президент Молдавии Дадон часто заявляет о том, что
он с женой работает, родители помогают. Вы понимаете, его зарплата 19 тысяч лей, то есть за этот пятизвездочный отель он заплатил ту цифру, которую вы услышали в рублях, больше 100 тысяч лей за эти дни, которые он там находился. Плюс наверняка что-то еще пошел там нафарцаманил. Суть в другом, то есть он свою месячную зарплату платил в сутки за проживание в этом пятизвездочном отеле. Мултимац, Четечения Республики Молдова. Мултсун пенсионарь, алцойсунд инвализ. Шастес кынт, доузис деми делей пенуапте. Пришедители цери акиты, пентру детокс. Начес хотел делукс, Касманзаля гасит лацары, детокс, остаю процедуры пентру бецеван диалди Игорь Николаевич. Порсимплус сын открытый, сын барбас, карим мер, главнун, лаукуматри, лаумпескует, биом пар дивин, луну диракил, сау ракил кубери. Алцы бил пескун, скума Игорь Николаевич. Первый факт, детокс из курицы майра. Анафары дячеш бань. Игорь Додон, а китат сумма де 2 миллиона де рубля русешт. Чар инсемна алтили 420 дими делей на чеш саптамана. Пентру а китат унили сервичий лау компании ДПР, каре лымваце педудон кум зваминты. Ведец ел та тимпу есам фаца думня вастры. Де день дейджет, пуни фаца аша, о пуни аша. Фачи плаусу топ зэш деграде, андреаптан стэнга кукапо. Дечь, Кудын су лукряза спичалишт. Сей сцени, дяр пта борбери, ар та меншуни, кум сану и тремуры, фэл шеликан спуни вры меншуна. Дича честя сервичей, ау фосту организати, веня у чеш спичалишт, пелынга процедур ли карли фаче додон, кудын су лукрав, а чеш спичалишт. Дич, кунаштим ку сигуранцы, ка китат, песть у суты дими делей хотелу, патру суты доузы дими делей. Чарын сана 2 миллиона де рубля русешт. А чеш специалист, а вем он тотал, шин сути дозы дими дилей. Дям так, о моем блат, прин магазине, сау килтует, прин алт партии, требаря, сам проблем лилует, дар. Кумам декларат антериор, орч пришедните, требу сэш декларе килтуели, ши провиненца. Шажак и дон ле додон, порог, пентру четаце, ну пентру мини, сишец публик. Саратац, чекурли, китанцели, дел, а часто вакансы делукс. Саратац, чекурли, китанцели, одихнан греча. Ты не смейте, до подзвон депенденс, когда треба пресса. Усату, спуск, мерзи, слафон. Да, так, ну, мадук, чини балабол. Он не был. О, возута, цара, чини балабол. Плюс Егор Додон, ка маймул туамень, ворбеску чета тени, сын тумом, каря крескут, ла цары, юбеск, сатели, обичели. Спунем кодаты, так и он сват ефтин, кому он спус. Ай манкат, он водов фрунзе декурить мурат. Ай баут уляк и дирасвол. Шта и винет иншири. И он целек мул с вами факт ратамент, инклюзив шием факут ратамент фарти скум пести хотарин, Германия. Ши кын, ну, есть у солути, он Республика Молдова, ши ешь не воит с плеч пести хотари. Дар сперка, но если фачим тот, совсем спитали буни шланой. Есть у ситуации, когда маймут что-то тень, штиц, какая ряду на уамени сараши, байди капулор семярга, лава клиника, ин Израил, ин Турция, Германия, Румыния, а еще ж Москва, Киев. Лауни цен менти камакитат операцили, ла сути ди купи, уну птя срамы ор, алту калти проблеми. Инфини, пришедентели цари есть облигат, се декларе, туати а честя вакансы, шо официали, шо не официали.